5 минут назад полиция обнаружила тело певца Олега Газманова. Как сообщают СМИ, на артиста было совершено покушение, в ходе которого он скончался. Олег Газманов – популярный эстрадный певец и композитор, известный шоумен, поэт, актер. Родился выдающийся артист в 1951 году в городе Гусев. Непревзойденные хиты «Господа офицеры», «Люси», «Эскадрон», «Закрой мои глаза», «Мои ясные дни», «Морячка», «Туман», «Прощай». В начале 80-х будущий артист успешно завершил учебу в музыкальном училище Калининграда на отделении гитары, после чего набирался опыта и мастерства, давая концерты в одном из лучших ресторанов. Параллельно выступал в качестве солиста в ансамблях «Атлантик» и «Визит». К началу 90-х Олег уже имел солидный сценический опыт, своих поклонников и блестящий наработанный репертуар, поэтому решил основать собственную группу, назвав ее красивым словом «Эскадрон». Песня, фантастически красиво исполненная артистом, вместе со своим талантливым сыном Родионом, произвела фурор. Люди слушали и напевали ее буквально везде – дома, в транспорте, на танцплощадках. Это популярнейшая композиция «Люси». В 1991 году вышел первый музыкальный альбом исполнителя, разошедшийся большим тиражом. Особо популярными и высоко оцененными публикой стали песни «Господа офицеры», «Путана», «Эскадрон», «Исаул» и другие. Эти композиции и сегодня занимают высокие рейтинги и являются любимыми песнями российских вечеринок и праздников.